В канун Дня Республики на историческую родину съехались представители чувашской диаспоры из всех уголков России и ближнего зарубежья. Они возложили цветы к памятнику великому просветителю Ивану Яковлеву. Иван Яковлев – человек, благодаря которому чуваши получили возможность не только сохранить культурное наследие, но и приумножить его. Он учил и воспитывал свой народ жить в дружбе и согласии с другими этносами, уважать их традиции и всем вместе заботиться о процветании Великой России. Заветы Ивана Яковлева по сей день не потеряли актуальности. И сегодня все, кто считает себя последователями его идей, в очередной раз собрались, чтобы почтить память своего учителя.